Смотри видосы и ставь лайкосы! С возвращением в наш парк юрского периода, друзья мои, добро пожаловать! Знаете, мы с вами в прошлой серии чуть не потеряли нашего динозаврика, и я начала за них действительно серьезно переживать. Надеюсь, что сегодня новоприбывший диплодок не погибнет, я очень надеюсь. Для этого я думаю, что перед тем, как мы будем его к нам запускать, я, так знаете, вот после предыдущей серии отдалилась, посмотрела. Ну блин, у нас же маленький парк, нет ничего интересненького такого в нем. Давайте сначала займемся парком, а потом уже будем больного динозавра к нам приглашать. А то как-то ну совсем будет не камильфо и некрасиво. Предлагаю продолжить наши экспедиции. Вот, смотрите, у нас тут есть место. Хотя надо нам сейчас сюда, не надо. Предлагаю еще раз сюда отправить, потому что нам нужен с вами каритозавр. Нам нужен каритозавр, и я хочу посмотреть кого-то из хищников. Мы можем вывести или... пока что никого не можем добавить. Ну ладно. Никого так никого. Я предлагаю также заняться нашим исследовательским центром. А то мы как-то тоже ничего не исследуем. Ничего не делаем. Займемся, конечно же, нашими лекарствами и генетические исследования. Нас еще с вами сильно интересуют. Давайте посмотрим. А, подожди, в зданиях еще у нас столько всего. Транспорт. Самоходные вагоны. Сколько? 2 миллиона? Вы что, издеваетесь? Загончики, стандарт, прочные. Слушайте, давайте возьмем. Недостаточно доступных команд. В общем, у нас сейчас там прокачается, мы с вами прокачаем наши загоны, исследовательские центры. Тут, в принципе, все прокачано, остальное у нас просто закрыто, к сожалению. И у нас улучшение зданий. Размер хранилища центра окаменелости, защита от отключения, вот это хорошо. Так, ждем 2 минуты. Нет, ребят, я боюсь, что мы сейчас его привезем, он сразу там будет, небось, при смерти, и все. У нас, кстати, осы нет. Шанс на успех. ДНК живучих динозавров. Давайте, кстати, купим вот эту штуку сейчас. Но пока что нельзя, да? У нас пока что все еще менее 1 минуты. Окей, посмотрим, что нам сейчас привезут наши товарищи из исследовательского центра. И я хочу немножечко увеличить радиус, скажем так. Так, может быть, смотрите, у нас, получается, не все покрыто здесь электроэнергией. Предлагаю здесь поставить... Наверное, даже не здесь. Хотя, можно и здесь. У нас наверняка можно будет какие-то здания здесь разместить. Поэтому давайте пока что просто опоры разместим. Так, сюда. Я хочу расширяться. Я хочу сделать парк более человеческим. А то как-то, ну, действительно, совсем он смотрится у нас как-то пустенько. Понятное дело, что мало кто приходит. Потому что тут даже смотреть нечего. Так, мы немножечко увеличили. Давайте посмотрим карту. Все, вот у нас электричество здесь проходит. Я думаю, что здесь мы с вами сейчас еще пустим исследовательский центр, ворота. Предлагаю вот от этого еще оторваться. Так, и пойдем, наверное, как-нибудь вот так. И сюда. Все, давай смотреть. А, подождите. Что, мы не дошли до конца, да? Прошу прощения. 6 минут, не допустите у нас потерь. Хорошо, не будем. Вот видите, у нас такой получается периметр. Блин, ну у нас тут очень много места. Очень, вот это у нас еще можно все застроить. Хорошо, очень даже хорошо. Как там наше исследование? Я думаю, что все прошло. Экспедиция успешно завершилась. Предлагаю заняться улучшалками. А сумму пока не можем трогать, тут нам тоже не надо. Предлагаю точность рейнджеров. Нет, это не надо. Планирование работы. Шанс на успех. Давайте, наверное, тоже его прикупим. Шанс на успех. Между прочим, у нас 258 тысяч осталось. Это так, между нами. Магазин одежды, убежище, центр окаменелости. Поехали. Что нам тут дали? Струтиамим. Но он нам не нужен. Нет, ждем 2 минуты. Продаем. Конечно, продаем. А здесь у нас каритозавр. Отлично. Каритозавр нам с вами очень нужен. Так, поехали. Что мы с вами еще? Мне кажется, нам нужно что-то для развлечения наших посетителей. Потому что у нас тут пустенько. Вывести нового динозавра мы не можем. Хоянозавр. У нас, кстати, кто сейчас есть? Эдмонтозавр. Кстати, да, кто у нас сейчас есть? А ну-ка. Ну, у нас есть трицератопс, это мы с вами знаем. А где второй товарищ? Прибыль 65 тысяч. Ну, маловато, маловато. А где твой друг? Чувак, я что-то твоего товарища не вижу, которого мы с вами возрождали в прошлой серии. Чувак. Я тебя слышу. Я тебя слышу, но я тебя не вижу. А я не люблю слышать, но не видеть. Это нехорошо. Ладно. Не хочешь показываться? Не надо. А бродит. Бродит себе и бродит. Ну, настроение у них всех хорошее. Так, ладно, пусть себе бродит. Мы, кстати, можем потом убрать вот эти опоры. Нас они вообще здесь не привлекают, они нам не нужны.
И здесь не нужно. Мы с вами, помните, ограждали, когда у нас один динозаврик заболел, пришлось строить. Оу. Ты чего агришься? Не надо агриться, не надо ругаться. Все будет хорошо. У нас прошла сохраняха. Как там наш исследовательский центр? Между прочим, у нас уже 500 тысяч. Ууу, 4 минуты. Кстати, а мы не можем как-то увеличить количество людей, которые у нас работают? И надо посмотреть, что у нас в лекарствах. То есть у нас пока что только 4 параметра открыты. Улучшение зданий. Мы, наш экспедиционный нам не надо. Лаборатория Хэммонда, улучшение отряд сдерживания активов. Кстати, я же хотела построить осу, потому что, как вы помните, у нас была с вами проблема, когда у нас вырвался один динозавр, 400 тысяч. Ну, у нас нет выбора, придется строить, придется нам с вами строить. Хотя нет, подождите, не допустите отключения электроэнергии, не-не-не-не-не. Давайте тогда подстанцию здесь поставим где-нибудь, вот здесь доставка. Не-не-не, ждем, ребят, ждем. Мы сюда подключаем. И все, в принципе, вот у нас Питалово есть. И я предлагаю, наверное, еще одну подстанцию. Мы, скорее всего, где-то... А какого размера у нас оса? Давайте посмотрим. Оса. Ага, мы ее здесь размещаем, например. И тогда спокойно можем где-нибудь вот здесь поставить подстанцию. И соединить ее вот так. Все, у нас все питается. 550, это что было? 554 тысячи. Хорошо, почапали сюда. Сейчас мы с вами осу построим. Центр оса. Все? Тебе здесь понравится оса? Давайте подвинем. Здесь мы не можем разместить, здесь нам неудобно. Давайте вот здесь. Ну, только что же было нормально. Во, отлично. Нет электроэнергии. Почему у нас нет электроэнергии? Сейчас все будет. Сейчас мы все подключим. Так, опора лэп. Давай вот так вот тебя подключим. Все. Но у нас теперь нехватка. Понятное дело, что у нас не хватает электроэнергии. Давайте карту посмотрим. Ага, у нас вот тут не питается. Ух ты. А, предлагаю тогда поставить еще одну подстанцию. И мы ее сразу же вот так соединяем. Все. Что, и здесь нет питалов? Да вы что, сделаете? У нас же столько подстанций. Смотрите, и у нас нигде не хватает электроэнергии. А, так, что бы нам с вами сейчас здесь делать? Опору проложить. Давайте поставим пару опор. Хотя мне кажется, что они нам тут сейчас погоды не сделают. Присутствуют помехи. К сожалению, у нас, наверное, с вами провалится то задание, связанное с электроэнергией. А если мы здесь поставим одну подстанцию? Или мы здесь физически не можем их размещать? Так... Дорога не проложена, мы знаем. Здесь у нас помехи. Ну-ка, присутствуют помехи. Давай тогда вот здесь проведем. Мне не очень нравится, конечно, то, что мы с вами прокладываем. Ждем 2 минуты, потому что как-то, ну, некрасиво выходит. Присутствуют помехи, помехи. Где у нас здесь помехи? Смотрите, и у нас все равно здесь нехватка энергии. Ладно, давайте, может быть, мы с вами немножечко здесь поубираем. Все. У нас тут есть как бы загончик. А если мы тут немножечко сократим количество... Нет, опоры у нас не... Козлик, ну куда ты побежал? Козлик, не надо туда бегать. Понимаешь, козлик, если ты туда побежишь, то будет не очень хорошо. Все? Дорожка нам осталась. Но, кстати, мы с вами справились с электроэнергией. Просто не надо, наверное, было очень уж много размещать. Дорожка. Все. Ну. Все. Чудесно, друзья мои, теперь у нас хотя бы есть оса. Предлагаю возвращаться в исследовательский центр. У нас менее 1 минуты. Все, мы с вами шанс на успех выполнили. Генетические исследования я пока что не хочу проводить. У нас как бы динозавры в полном порядке. Станция рейнджеров. Мы, к сожалению, пока не можем вот это выполнять. Уменьшение компьютерной системы. Угу. Скорости на острове. Давайте что-нибудь другое ей дадим. Нашему центру. Здание. Вот это я не могу пока построить, очень жаль. Загоны, прочная сталь. Может быть, нам вот это построить? Давайте, пусть строится. Три минуты как раз понадобилось. Я, понимаете, почему я пока не привожу нашего динозавра? Я просто прекрасно понимаю, что раз-то у нас такое вот задание идет, то, скорее всего, нам будут какие-то сложности с ним. Что может пойти не так? Так, наше все зависит от... что тебе нужно читать? Я действительно редко нахожу время для благодарности. Что, выполнили? Но для вас я сделаю исключение. Ой, ну спасибо. Мы все с вами сделали, ребят.
Мы с вами отлично, отлично справились. Предлагаю посмотреть, что у нас там с исследовательским центром. Получается, мы с вами... Слушайте, а почему у нас задание-то не завершено? Улучшение зданий. Мы с вами Исламу РТ что не выполнили, да? Скорость исследования, улучшение компьютера. Недостаточно доступных команд. А, команд у нас пока недостаточно. Хорошо. Мы с вами выполнили. Давайте дальше смотреть. Команда. Да подожди ты с этим динозавром. Пусть динозавр немножечко полежит. Нам нужно дальше, понимаете, разблокировать Исла Муэрта. Следующий разблокировать магазин игрушек. Ага, хорошо. Скорость исследования, магазин игрушек. И что у тебя? Скорость раскопок. Ну да, пока что у нас с этим не очень хорошо. Что у нас по заданиям? Контракты. Качество превыше всего. Престижных гостей приводят на остров. Продайте динозавра... Каритозавр. Слушайте, у нас так и не сложилось. Контракты нас кормят и поят. А кому не хочется урвать лишний кусок? Ну хорошо, попробуем. Попробуем, конечно же. Каритозавр, ну давайте. Чем больше людей, тем проще и лучше во всех отношениях. Само собой. Кроме канализации. С этим, может быть, в общем, просто займитесь посещаемостью. Да, мы занимаемся посещаемостью. Но у нас немножечко упадет наука. Мне это не нравится. Здесь у нас пока что идут исследования. Это хорошо. Хорошо. Я хочу прикупить какого-то динозавра. Но я не знаю пока, кого прикупать. Прикупать. Вывести динозавра. Дайте кого-нибудь тогда недорогого, может быть. Струтяя мимо. Ну, пусть побегает. 30 тысяч, тем более, что. Пусть у нас бегает, развлекает людишек. Может, больше людей к нам придет. 5 минут, больше 800 должно быть. Жалко, что мы пока что не можем выпустить никого. А может быть, нам еще кого-нибудь вывести динозавра? Кого еще возьмем? Эдмонтозавр? Мы так и не посмотрели, кто у нас с вами сейчас есть. Так, ты у нас тут... Ага, вот ты где. Хуайенозавр, точно. Хуайенозавр же наш дорогой. Эдмонтозавр... Сколько ты стоишь? 170 тысяч, да? Думаете попробовать? Ну, давайте попробуем. Пусть у нас будет два динозавра. То есть у нас здесь хотя бы у наших... травоядных, ну они, понимаете, они менее интересны. Наши те самые хищники гораздо более интересны. Станция рейнджеров. Можно выпустить, сейчас выпустим. Команда рейнджеров, пусть добавим задачу. Подкиньте, пожалуйста, еды. Раз, два. Кормушки. Да, пожалуйста, пополните кормушку. Нет, сюда нам не надо. Мы можем выпускать. Выпускаем. Побежали. Да подождите вы, еще и 200 тысяч, ребят, у нас денег нет, все. Привет. Добро пожаловать. Добро пожаловать в нашу семью. А, ты, конечно, не очень интересный, по-моему, да, нашим посетителям. О, новый динозавр. Струтиамим. Как вы думаете, привезут нам нашего динозаврика, который нам нужен, или нет? Действует. Пустая ячейка улучшения. Мы не можем, да, результативность раскопок. Слушайте, а может быть повысить? У нас будет такая? Давайте купим. Нет электроэнергии. Понятное дело. А что у нас с загонами? Так, у нас новые. Понятное дело. 33 тысячи у нас осталось, ребят. 33 тысячи. Давайте тогда лэпчик поставим. Точнее, даже не лэпчик, а нам нужно с вами поставить подстанцию. Предлагаю вот здесь. И мы ее с вами соединим вот с тобой, например. Все? Отлично. Экспедиция успешно завершена. Я очень рада. Нас интересует... Нет, не исследовательский центр окаменелости. Поехали. Что у нас тут? Ты не интересуешь. Это можно продать. А ну-ка... Блин, один струтиамим. Продаем тогда, ребят. Конечно, зачем он нам? Мы с вами этих уже струтиамимов столько... Столько видали. Так, а у кого проблемки? Только не говорите, что это у наших загонов. Давайте дальше отправим экспедицию. Карта экспедиции. Поехали снова. Струтиамим. Эдмонтозавр. Давайте сюда хотя бы. У нас тут два новых динозаврика. Что у нас с картой? Где про... ребята. Подстанция, что с тобой не так? Подстанция. Ты же вроде требует электроэнергии. Распределить электроэнергию в здании. Необходимо подключение посредством лэб. А может, тебя подключили, нет? Мне кажется, что у нас нехватка уже идет электроэнергии. Мне что-то так подсказывает. У нас получается здесь ждать 2 минуты. Ждем, ребят. Это мы удаляем.
Как бы с тобой тут сейчас... Да, я поняла, что нам 15 тысяч только выплатят. Так подождите, нам вообще это получается все не нужно. Не-не-не-не-не. Не то, снесли. Такс. И я предлагаю вернуть обратно загончик. Новое. Угу. Что у нас все козлы все время убегают? И тебя мы тоже можем удалить. Все. Прибыль 80 тысяч. Как думаете, много, мало? Больше проблем нет с электроэнергией? Нет, проблем больше нет. Но мне не очень нравится, что у нас как бы только здесь электричество проложено, да? Давайте, может быть, добавим еще немножко электричества. Но тут у нас с этим, наверное, будут проблемы. Ага, и видите, оно ничего не питается. Ладно, пока что наш товарищ не агрессивный, мы можем из-за этого не особо переживать. Тут много козликов бегает. Друзья у нас здесь появились. Вывести можно выпустить. Выпускаем, ребятки. Главное, чтобы у нас наш хищник не начал кидаться на наших травоядных. Здорово. Приветствую. Я что хочу сделать, ребятки? Я хочу сейчас... гости? Да ладно, у нас уже 800 гостей. Отлично. Предлагаю тогда что-нибудь для наших гостей прикупить. Магазин подарков, убежище у нас есть. А фастфуда у нас, кстати, нет. Магазин одежды... ресторан мы с вами... По-моему, мы фастфуд не строили, правильно? У нас с вами убежище есть, подарки, ресторан, одежда. А вот фастфуда я что-то не вижу, поэтому давайте-ка мы разместим фастфуд. Дорогие посетители, для вас специально открывается фастфуд. Если вы очень голодные, то приходите и набивайтесь. Набивайте себе животы. Ну, придется нам здесь его разместить, да? Угу. В смысле нет электроэнергии? Куда она у нас делась? Давайте смотреть карту. А, теперь здесь нет? Тут у нас какая-то заколдованная зона, я вам хочу сказать. Экспедиция успешно завершилась. Это главное. Нет, ждите. Угу. Ты у нас как-то не хочешь особо, да, здесь работать нормально? Электроэнергии у нас тут нет. Я хочу построить еще одну электростанцию. Потому что я понимаю, что это все жрет очень много электроэнергии. Блин, у нас все время прыгает туда-сюда эти 800. Предлагаю посмотреть, что у нас в центре окаменелости. Так. О, да ладно. Извлекаем. Анкилозавр, конечно, тоже. И платина, ребят. Ну, мы можем похвалить наших ребят. Они просто прекрасно справляются. Я предлагаю купить тогда еще один... Где у нас электроэнергия? Еще одну малую электростанцию. Причем я предлагаю ее поставить где-нибудь, наверное, о чем мы здесь не можем, ограничение рельефа. А мы не можем как-то рельеф наш, собственно, выровнять, поднять, сравнять. Вот здесь я бы хотела, чтобы рельеф был более рельефным, в смысле нормальным, человеческим. Такс, радиус увеличим. Выравниваем, выравниваем, выравниваем. Можно ли теперь здесь построить, или нам все еще будут тут крутить мозги? Не, нельзя. Так, плохо дело. Можно, конечно, здесь поставить. Слушайте, а давайте здесь, но у нас тут дорога вообще будет проходить? Да, кстати, здесь у нас будет дорожка. Предлагаю тогда разместить нашу электростанцию здесь, потому что в любом случае я бы хотела расширяться. Давайте-ка сюда. И вот сюда. Готово. Нам теперь нужно проложить дорогу. Раз мы с вами прокладываем дорожку, это что у нас такое? Опора лэб. Подстанция. Ну и, конечно же, нас интересует подстанция, которую мы сюда присоединим. Дорога. Дорога, дорога, дорога. Узкая. Нужно узкую построить. Так. Прокладываем. Блин, у нас 400 тысяч осталось. Где у нас, собственно, наша дорога? Ждем, ребят, ждем. Я пока просто не хочу замучить этого динозавра. Мне будет очень жалко его убить. Я прекрасно знаю, какие у нас тут жуткие задания дают эти наши товарищи. Я просто понимаю, что нам привезут динозавра, скорее всего, и все. И мы его просто убьем. А я не хочу терять динозавров. Что у нас? Исследовательский центр. Ребята, а что это он у нас остался без электроэнергии? Не поняла. Предлагаю разместить подстанцию туточки. Где вот здесь можно, да? Ну, вот тут давай. Поближе к зданиям, я думаю, что будет то, что нужно. Все? Все, работаем. Что у нас еще есть за исследование? Тут ничего, генетическим пока что не занимаемся. Улучшение зданий, хранилище. Но это все у нас пока что Исламуэрта.
Нас не интересует здание, собственно, мы пока не можем повысить загоны. Требуется исследовательских центров. У нас 2 миллиона, ребята. Только у нас денег таких нет. А нет, нас требуют 2 миллиона. Хорошо, с другой стороны, давайте гены внешнего мира. Гены. Ну, пока что я же говорю, мы генами не занимаемся. Размер хранилища нас не интересует. Отключение энергии. Экономное содержание. Улучшение системы энергоснабжения. Давайте. Давайте у нас будет... Будем немножко экономить на электроэнергии. У нас проходит сохраняха. Я хочу, кстати, сразу же сказать, что, скорее всего, третий загон я построю, может быть, где-то здесь. То есть у нас, я хочу, чтобы парк был более-менее такой вот широкий, скажем так. Центр окаменелости. Кстати, как там у нас центр окаменелости? Все? Уже все посмотрел? Как вы думаете, 50% будет? Пожалуйста. Ты что, издеваешься, 48? Ребят, ну игра просто нас, по-моему, троллит. Давайте дальше карты экспедиции. У нас был здесь очень удачный такой вот поиск, поэтому будем здесь искать. Я хочу для нового нашего динозаврика выбрать пока что место. Загоны. Значит, мы с вами берем ограждение и будем смотреть. Мы, вот, то, что я говорила, мы можем здесь разместить, хотя здесь, наверное, было бы немножко дико. Ждем. Но, с другой стороны, а почему нет? Можно, конечно, вместе со всеми. Здесь, мне кажется, места будет маловато. Ну, вот сюда. Так, больной динозавр скоро прибудет. Хорошо. Вы поняли уже. Поняли, что он скоро прибудет. Предлагаю обычную. Ах, какая у нас тут еще есть сетка? Стальное, легкое, прочное. Предлагаю прочное. У нас всегда только прочное доставить. Так, ну поехали. Пойдем вдоль вот здесь забора. Ребята, где сломалось ограждение? Да ладно. Что сломалось? Где? Ребята, что сломалось? Кто сломал? Хищник, ребята, на свободе! Тихо! Обалдеть! Тихо! Мы успели поставить стальное. А чего ты агришься? А чего тебе некомфортно? Комфорт... Наша работа? Нет, наше призвание — опекать этих существ. Хорошо, да, мы все поняли. Я предлагаю сразу же пойти наших рейнджеров, пойти попросить команду рейнджеров давать задачу. Вы можете как-то его утихомирить? Ремонт ограждения. Я хочу утихомирить... Так, где наша... Нет, центр окаменелости меня не интересует. Где оса? Фастфуд? Оса. Вертолет. Добавить задачу. Утихомирьте, пожалуйста. Добавляю задание. Мне кажется, что он сейчас как прорвется, и все. Я боюсь, что его это все не остановит, ребят. Все сломали. Не-не-не-не, вертолетик. Новый используйте день, камеру команды рейнджеров, чтобы взять фотодинозавра. Вам точно стоит на это взглянуть. Ага. Или поведение. Сражается. Туристы любят фотографироваться. Ведь так они могут доказать друзьям, что действительно побывали в парке с динозаврами. Так, а ну-ка давайте поуправляем. Мы можем с вами попробовать. Ну-ка. Отправим? Или они хотят немножко другое? Типа, ведь они сражаются. Но нам пока не с кем фотографироваться. Поддержание потока. Пока мы тоже это не можем с вами... Все, ждем. Фух, мы его... Усыпили, и это радует. Значит, нам сейчас нужно срочно здесь все поменять. Ломаем, убираем. И я предлагаю каким-то чудом сейчас успеть построить вот такой вот загончик. Так. Отлично. Все, ребят, мы смогли это сделать. У нас теперь электричество подано. Экспедиция успешно завершилась. Хорошо. Все? Что с твоим комфортом было? Что тебе не нравилось? Может быть, мы ему друга найдем? Пастбище маловато. Да ладно. Пастбище ему маловато. По-моему, тут пастбище дофигище какое огромное. Предлагаю тогда вывести его сейчас товарища, но у нас пока что 400 тысяч. Я не знаю, сколько будет стоить наш новый динозаврик. Так, что у нас тут? О! Ребята, да ладно, мы сейчас завершим. Неужели мы сейчас получим нового динозавра? Исследовать. Что мы можем исследовать? Да пока нечего, понимаете? Улучшение. Что по заданиям? Пока у нас идет улучшение, я буду смотреть. Репутацию здесь мы все выполнили. Нам бы какие-то запросы на контракты, опасные модели,
сражается. С кем он будет любопытная в жизни динозавр, материал отличный, весь контракт. Хотя, наверное, ребят, я не хочу, чтобы они у нас сражались. Мне кажется, что это будет как-то, ну, слишком жестоко. Качество превыше всего. Продайте динозавра. Мы с вами попробуем. А новый контракт? Можно нам запросить новый контракт? Давайте отдел безопасности. Я знаю, что вы уже справлялись с такой работой. Этот контракт. Конечно, высококачественное. С удовольствием. С удовольствием сейчас все сделаем. Так, экспедиция. Анкилозавр и трицератопс. Давайте пойдем по хищникам. У нас вот тут, по-моему, были хищники. Хоенозавр. Можно вот этого, кстати, попробовать. Давайте. Новый ген, друзья мои. Новый ген, ура. Ура, мы с вами вывели. Поехали, выводить динозавра. Но опять, тут не факт, что мы его сейчас получим. Модифицировать геном мы, кстати, твой можем, не можем как-то. Мы еще, кстати, с вами ни разу не модифицировали его геном. Стойкость мы можем с вами, здоровое пищеварение. Нет, ждем, ребят. Пока что живучесть 6. Угу. Понимаете, мы тут с вами сейчас что-то повыбираем, и наш динозаврик продолжительность жизни. Живучесть. А я не хочу его живучесть менять. Поэтому давайте попробуем вывести таким. 145 тысяч. Дорого, знаю, дорого. И я хочу еще одного хищника, 70. Не, 550, да, у нас хищники самые дорогие. Так, ты спишь? Ну вот спи, спи и отдыхай. А я хочу закончить наш забор. 39 тысяч, у нас очень сильно упали доходы. Нам нужно будет как можно скорее продолжить наше исследование. Так, а где наш... Вот теперь не видно. Ой, хищнику пополнить кормушку. Или не хищнику. Так, команда рейнджеров, добавим тебе задачку. Давай вот сюда. Припасы на подходе. И сюда. Подтверждено. А вторая команда, пусть добавим задачу. Ну, по идее, этому... А, не надо тебе? Ну, смотри мне, без сознания. Некомфортно ему. Видели, какое агро? А, кстати, тебе вода вообще нужна? Нет. А воды тебе и не надо. Ну ладно, лежи себе, отдыхай. Я хочу продолжить строительство. Значит, нам нужен новый загон. Нам нужен новый загон, награждение. Где мы его с вами строили? Вот. Такс. Нас интересует вот этот. Поехали. Как вы думаете, какой величины нужно строить для нашего... Давайте вот примерно так. Такой хотя бы загончик. Потому что, вы знаете, им нужно много места. Если это у нас... Травоядный товарищ, то ему нужна будет вода. Все? Завершили? Завершили. Конечно же, мы делаем сразу же с вами... 20 тысяч осталось. Нам нужны ворота. Слишком дорого. Мы пока что с вами просто физически не можем ничего сделать. Кстати, у нас прилетели наши исследователи. Ну, дорого так дорого. Пока тогда не трогаем. Ждем 2 минуты. Да, ребята, будем ждать. Все, экспедиция успешно завершена. Хорошо. Центр окаменелости, поехали. Что у нас есть? Вот, дилофозавр. Давай, 20 тысяч. Потом у нас с вами прекрасно, окаменелость. Что вы выполнили черепах. Этот экспедиционный контракт. Надеюсь, ваша добыча не доставит нам хлопот. Обалдеть, ребят, и очень высокого качества. Это хорошо. Удерживайте количество. Ну да, 800 у нас сейчас нет, да? Сколько у нас вообще сейчас посетителей? Так, хоть давайте сюда база данных. Платина. Платина — это здорово. Блин, я бы не отказалась еще от задания. Что у нас, кстати, по заданиям? Безопасность. Повысить репутацию в отделе безопасности. Контракты. Так, допустим. И здесь у нас что? Больной динозавр. Ну, ребят, я не знаю, как мы его сейчас с вами завершим. Прибытие больных. Убить достаточно загонов. Будет бо... Что? Транспортов с динозавром будет больше одного. Так, ребят, я вам хочу сказать, что, скорее всего, у нас тут будет несколько болезней. Нам, как минимум, нужно будет исследовать вот это. Вирус, я думаю, что какие-то из этих вирусов. Можно выпустить... Можно вы... Да ладно! Он у нас жив-здоров? Пожалуйста, обрадуйте меня. Ну-ка. Приветствую вас, дорогой мой уважаемый. Все, ребятки, мы с вами критозавра выпустили. И сколько-то у нас? Приближается буря, ребят. Популяция, общительность. Ой, он что-то у нас не особо общительный, я смотрю. Пастбище бродит. Бродит. База данных. Аппетит. Критозавр. Воплощенный хаос.
Задумайтесь, сколько совпадений привело к появлению такого идеала. Секрет не в успехе, а в умении извлекать пользу из неудач. Действительно. Снова и снова. Работа никогда не прекращается. Это справедливо и для людей. Так, ну что, ребят, новая жизнь. У нас дилофазавр появился. Так, ждем. А, дилофазавр, то есть мы теперь его можем вывести? Да, ребят, мы можем дилофазавра вывести. А, точнее, мы не можем. Мы могли бы, но сейчас мы не можем. Предлагаю, наверное, все-таки как-то генетикой заняться, потому что все-таки полезно. Центр окаменелости мы с вами уже посмотрели. А, надо посмотреть, что у нас там с генетическими исследованиями. Так, 75 тысяч. Оно у нас все такое дорогое, 75. Гены, скорость реакции, регенерация, иммунитет. Мне кажется, что нам нужен иммунитет. Или давайте здоровое пищеварение попробуем. Блин, ну вот мне не нравится, что мы здесь ничего не можем делать. А, инъекционное задание научного отдела Исламуэрта. Угу. Исламуэрта, говорите. База данных. У нас, видите, мы очень много чего еще не открыли. Навигация на острове. Мы с вами постараемся все выполнить, понятное дело. Исламуэрта. Жалко. Странно. То есть, подождите, у нас получается, что если задание научного отдела Исламуэрта. Вот какое у нас задание научного отдела сейчас? Рейтинг ГОС. А у нас, кстати, рейтинг немножко упал. Странно. Научное отдел, это кто у нас? Глава научного. Так мы же вроде выполнили задание. Бонус верности. Хорошо. Риск саботажа низкий. У нас видели риск саботажа низкий. Исследовательские задания лекарства. Ну вот лекарства. У нас никто тут не бесится, я надеюсь. Без сознания. Циротозавр отдыхает. Хорошо. Тут, ребята, вроде бы никто не ругается, не скандалит. Они просто ходят мокрые в воде и все. Критозавр. Ребята, ему вообще некомфортно. А почему тебе здесь некомфортно? Наверное, тебе некомфортно, потому что идет дождь. Блин, ребят, это плохо. А, все? Ребят, я боюсь, что он сейчас тут начнет агриться. Что тебе не нравится? Размер, что ли? Ждем 2 минуты. А может быть, нам его... Ребята! Тихо, тихо, тихо! Так, ребят, все, берем осу. Здоровое пищеварение, хорошо. Где наша оса? Я хочу его переселить. Так, добавим задачу. Уважаемый, вы где? Обезвредить. Я думаю, что мы его сейчас переселим. Мы его переселим в тот новый загон, который я построила. Как обычно, строим для одного динозавра, в итоге пересаживаем его в тот другой загон. Сразу же нам с вами нужно добавить кормушку. Наземная кормушка. Отлично. С водой у него как вообще были дела? Вода, 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 вода. Ой, воды ему даже много. Можно совсем немножечко добавить. Ландшафт. Слушайте, какой-то агрессивный он у нас. Давайте вот тут водички ему добавим, и все, и хватит, я думаю. Обезвредили? Ну-ка, в панике, не надо паниковать, товарищ. Просто обезвреживаем, и все. Эти себе ходят, ничего не понимают, что тут происходит. А этот у нас бросается. Так, ну что, обезвредили? Без сознания. Теперь я хочу добавить задачу, где наш бессознательный... Нет, обезвреживать мы тебя не будем. Я хочу его перенести. Перейдем с вами к осе. А, вертолет оса. Добавим задачу. Я хочу... Слушайте, а где он вообще валяется-то? Обезвредить, обезвредить. Куда мы его положим? Это он? Нет, это эдмонтозавр. Где он? Вот он. А почему мы тебя перенести не можем? Без сознания. Ему некомфортно. Странно. Так, ну вообще никому не интересен этот наш динозавр сейчас. Комфорт вообще 9. Популяция. Странно, что мы его не можем перенести. Безопасность наше посетителей. Существование, постоянная оценка угроз и возможностей. Вот, кстати, хо-хо-хо! Убили не больше 2 человек? Подождите, а может давайте не будем тут устраивать какие-то разборки? Я не считаю себя героем за то, как спасал в прошлом посетителей парка. Ведь кто угодно на моем месте поступил бы так же. Сделал бы то же самое. Только вот никто, кроме меня, этого так и не сделал. А я сделал. Действительно.
А, ребят, меня одно смущает, что мы не можем его переместить. А почему? Выберите подсвечивающий объект. Обезвредить. А нас не... Подождите, нас же не интересует обезвреживание, да? Нет, не центр этот. А, нас интересует добавить управлять вертолетом, нет задачи. А почему у нас только обезвреживание? Мы больше ничего не можем? Давайте посмотрим. Нас интересует транспортировка, исследовательский центр. А, улучшение зданий. Так, где наша оса? Ага, точность. А, планирование загрузки вертолетов, отряд сдерживания активов. Скорость перез... Это нас все не интересует. А, тренировочное обезвреживание динозавров. Хорошо, а может быть наши рейнджеры могут как-то успокоить? Команда рейнджеров. Давай тебе добавим задачку. Но они тоже ничего не хотят делать. Они могут только пополнить запасы. Уже подхожу к кормушке. Ну хорошо, давайте пополняйте запасы. Так. Все у нас какие-то не без этих самых беспроблемные. Только вы у нас какие-то два проблемы оказались. Так. У нас, между прочим, идет отсчет, и, скорее всего, мы с вами сможем справиться. Оса. Энергопотребление, все понятно, вертолет. Служба перевозок. Вот, ребята, нас служба перевозок интересовала, а мы с вами не туда. Не туда лезли. Так, давай-ка выбрать точку назначения. Где мы тут построили топовое место? Все. Вот, называется, иногда мы с вами можем в чем-то запутаться. Нам новые какие-то штуки привезли? Центр окаменелости. Нет, пока что ничего новенького. Мне не очень нравится, что у нас очень большие траты. У нас гигантские траты. Мы здесь с вами вот это все выполнили. У нас огромные траты на... расходы, короче. Все? Контракт выполнен, понимаете, друзья мои. Когда мы хорошо мы работаем, молодцы. Этого никто не замечает. И это правильно. Подождем еще 2 минуты. Но вот я все-таки заметил, как вы справились с этим контрактом по безопасности посетителей. Спасибо. Отличная работа. Да спасибо большое. Мне очень приятно. Идет транспортировка. Награда скорость раскопок. Хорошо. Не каждый справится с такой работой, да еще и на таком уровне. Вот награда от отдела безопасности. На Исла Муэрта вы лучше. Рейтинг подрос. Ура! А, развлечения, понимаете, вот мы с вами с развлечениями вообще не справляемся. Они выглядят вполне прилично. Хорошая работа. А мне не очень нравятся мои цифры. Так, динозавры, я думаю, что мы с вами, наверное, все-таки... Доставка актива подтверждена. Хорошо. Все, ты жив-здоров. Тебе комфортнее стало? Или ты сейчас опять начнешь кидаться? Слушайте, ну он совсем ведет себя не пойми как. Ему не хватает общения, получается... значит, нам придется его опять сейчас успокаивать, да? Сколько, 5 у него? Ты опять сейчас начнешь бросаться? Ребят, ну если он опять начнет бросаться, я предлагаю его опять успокоить. 4, не. Ребят, успокаиваем. Вертолет оса. Добавить задачу. Обезвредить динозавра. Ну, потому что он себя ведет просто неадекватно. Ему нужно найти товарища. А для этого нам что нужно? Нам нужна еще одна лаборатория Хэммонда. А мы, кстати, можем с вами хитро сделать. Мы с вами сейчас выведем еще одного и просто туда перенесем, правильно? Правильно? Правильно. А, подождите, подождите, подождите. Стоять. Может быть, мы можем какой-нибудь ген ему встроить все-таки? Давайте попробуем. Мы с вами ни разу еще никакие гены не встраивали. Будет же интересно. Так, ну живучесть мне не нравится, что у него падает. Стойкость, рейтинг. Кстати, давайте попробуем вот этот использовать. Сменить ген, сбросить, использовать. Давайте попробуем. И здесь у нас ждем 2 минуты. Мы можем попробовать... Ну, рейтинг, оно на рейтинг вообще не влияет, и живучесть падает. Предлагаю попробовать с вот этим геном интуитивное обучение. Все, мне кажется, что будет нормально сбросить гены... Попробуем. Попробуем. Что поделать? Нужно экспериментировать, друзья мои. Эксперименты — это штука хорошая. Ты, критозавр, лежи здесь. Я понимаю, что тебе не хватает друга. Мы сейчас тебе найдем друга. Мы сейчас тебе его быстренько сделаем. Ну, постараемся сделать быстренько. А, предлагаю сразу же отправить новую исследовательскую группу куда-нибудь. Велоцираптор и велоцираптор. Но я не хочу особо велоцирапторов разводить. Может быть, анкилозавров попробуем? С
Все-таки как-то... Я понимаю, что они менее интересные, но с ними проблем поменьше. Потому что хищники, я боюсь, они у нас тут совсем все перегрызутся. Предлагаю дальше продолжить с генами играться. Генетические исследования. Старение мозга. Регенерация, иммунитет. Может быть, нам что-то гены внешнего... Давайте возьмем... А, 300 тысяч у нас нет. Она тоже, блин, по 75 тысяч стоит. Агрессивные инстинкты. Гены особенности повысят продолжительность жизни. Вот, давайте возьмем. Продолжительность жизни-то надо. О, инкубация не удалась. Родился слишком слабым. Это грустно. Хорошо, давайте отбраковать. Ну, попробуем еще одного вывести. Но у нас, понимаете, денег уже не так много, чтобы модифицировать геном. Давай попробуем. Тогда возьмем немножечко другой. Не будем так сразу же выбирать столь мощного. Возьмем вот этого. Мне кажется, что двоечка получше все-таки будет. Сколько нам нужно? 156. Ну, подождем. У нас сейчас пока что 120. Экспедицию я пока отправлять не буду. Если у нас, конечно, нам не удастся, этот пока отдыхает, и хорошо. Я понимаю, что никому уже стал не интересен рейтинг динозавра. Ты уже отдохнул? Все, успокоился? Еще подождем 2 минуты. У нас сегодня, ребята, вообще такое, вот, знаете, подождите, служба перевозок меня интересует. Вот мы возьмем тебя и отнесем куда-нибудь вот здесь. Вот тут и лежи себе. Да, правильно. Правильно отправляешься. Больного динозавра, я думаю, что мы с вами разместим либо в конце этой серии, либо же в начале следующей, понятное дело. Такс. Сколько? 140... Блин, 141 тысяча. У нас очень мелкий, очень медленный доход. Прибыль 42 тысячи. Ну хорошо, давайте подождем. Самое удивительное, что у нас вырос еще один товарищ. И он у нас с комфортом отличным. Общительность у него низковата, поэтому я его сразу же сейчас перемещу к его товарищу. Я надеюсь, что у них уже все будет нормально. Они будут рады друг другу. О, смотрите, побежал. Перепугался, да? Все, готов. Теперь нам с вами нужно его переместить. Служба перевозки. Привет, чувак. Мы тебя переносим к твоему дружку. Выдвигаюсь на сбор актива. И тебя, скорее всего, надо будет транспорт. Давайте сюда перенесем. О, 2 вертолета, смотрите, сейчас у нас будет встреча века. Я также предлагаю еще купить им, наверное, наземную кормушку для травоядных. Давайте еще одну разместим, а то, мне кажется, им маловато будет еды. Ну что, резерв 9. У нас, смотрите, сейчас будет просто романтика. Один встретится с другим. Так, того забирают или уже забрали? Нет, еще не забрали, сейчас заберут. Нам дали, кстати, новое задание, ребятки. Нам нужно не допустить отключения электроэнергии. Я очень рада, что мы хотя бы сегодня смогли вывести нового динозавра, но, ребят, меня смущает тот факт, что нам сейчас привезут новых динозавров, а я боюсь, что нам с вами не хватит знаний в плане лекарственных препаратов. Но мы с вами, я думаю, что будем с этим разбираться действительно в следующей серии. Давайте хотя бы посмотрим, сейчас эти активы будут счастливы или нет. Кстати, этот наш друг успокоился. Цератозавр спокойно ходит себе, кушает. Чего ты на нас смотришь? Не можешь вести себя адекватно? Вот и веди себя нормально. Ждем 2 минуты. Так, ну что? Все? Все дружественные и здоровы? Где твой товарищ? Куда он? А, вот один. Блин, комфорт у него сразу минимальный. Чувак, ну к тебе друг приехал. Вода — важнейший ресурс, и динозаврам ее нужно немало. Подожди, тебе воды мало? Я забываю, ты что, издеваешься, когда мы его сюда привезли? Он писал, что ему много воды. Все, вот и сиди себе в воде. Ребята, комфорт начал расти, по-моему. Комфорт растет. Неужели тебе нужен был просто товарищ? И куда вы пропали? Ты пошел с ним знакомиться? У этого 100%. А где твой друг? Кстати, заметьте, общительность, популяция, нам нужен, наверное, будет третий. Но третьего я хочу уже вывести отдельно. Но понимаете, тихо, вот ты где. Боже, аллилуйя, ребята, они счастливые. Ура, мы с вами смогли вывести нормальных ребят. Ну что ж, в следующей серии, скорее всего, мы с вами попытаемся все-таки привести больного динозавра, но я думаю, что мы с вами отдельно будем строить загон, как видите, проблемно. Очень проблемно с нашими динозавриками, вроде бы все травоядные, но эти захотели... Ну, хотя, может быть, они и не захотели жить отдельно. Если бы мы перенесли их туда, тут общий загон, я думаю, что они бы нашли общий язык, но в любом случае хочется расширяться. Кстати, что мы с вами здесь делаем, ребятки? Мы сейчас можем добавить с вами
Давайте посмотрим. Я могу добавить... Да, смотровая галерея. Но она тут, блин, вообще ничего нам не покажет, да? Здесь не смотрится, да? Присутствуют помехи, понятное дело. Можно будет попробовать здесь, но мы будем смотреть, ребят. В общем, в любом случае, может быть, здесь поставим галерейку, может быть, здесь немножечко изменим. Кстати, вот здесь можно будет немножко сократить и разместить, наверное, нашу смотровую площадку. В любом случае, ребят, у нас новый вид. Наконец-то, аллилуйя, у нас появился новый динозаврик-каритозавр. Очень милый, симпатичный, он хороший, он просто хотел себе друга, ему просто было скучно. В следующей серии постараемся спасти наших больных динозавров, ну и, конечно же, будем продолжать нашу игру. Если вам нравится наш Jurassic World Evolution, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмякайте на колокольчик возле подписки. Увидимся уже в новых сериях очень скоро. Хорошего вам настроения, пока-пока!